За личный вклад в организацию и обеспечение мероприятий опережающего северного завоза в населенные пункты округа по итогам прошлого года глава региона Игорь Кошин вручил почетные грамоты администрации генеральному директору «Лукойл Северо-Запад нефтепродукт» Максиму Хитрову и заместителю генерального директора, начальнику Северного регионального управления общества Юрию Дайнека. Дочерняя структура компании «Лукойл» зарекомендовала себя надежным партнером региона в осуществлении северного завоза. Поставщик обеспечивает сельские поселения качественным дизельным топливом Пермского и Ухтинского нефтеперерабатывающих заводов. В ходе встречи стороны обсудили ценовые параметры будущего завоза и возможные риски при формировании новой цены на дизтопливо его производителями. Максим Хитров рассказал о планах по модернизации собственной нефтебазы предприятия в Нарьян-Маре, увеличении емкости парка с тем, чтобы уйти от поставок топлива по зимнику. В этом году компания планирует приступить к модернизации автозаправки по улице Полярная. Предприятию потребуется 2 года, чтобы на этом месте появился новый заправочный комплекс, отвечающий самым современным требованиям. Увеличивать количество автозаправок в Нарьян-Маре и поселке Искателей компании не планируют. Губернатор округа Игорь Кошин, в свою очередь, попросил генерального директора «Лукойл Северо-Запад нефтепродукт» рассмотреть возможность установки автоматической заправочной станции в поселке Красное.